центр ремонта «Ралекс-кар». Качественно проведет комплексную диагностику, ремонт и регулировку, развал схождения вашего автомобиля. Работает подбор и продажа запчастей. «Ралекс-кар». Мы создаем автокомфорт. Кичилуола 3, дробь 1. Превосходный выбор композиции из цветов для любого повода, гелевые шары, цветы в коробках и другие товары для праздника вы найдете в студии цветов и подарков «Прованс». Всем привет! Пятница, вечер, а это значит, настало время расслабиться и отдохнуть с программой «Скажем-покажем». Поехали! Вас радует погода на улице? Приятно чувствовать теплые лучи солнца. Оно стало настолько ярким, что все мысли только о пляже и летнем отдыхе. Сегодня за рулем мне приходится ездить очень много. Солнышко застало меня в самый неподходящий момент. И именно сейчас мне потребовались солнцезащитные очки. Про ортооптику мы вам уже рассказывали, но, к сожалению, сегодня она мне не по пути. Поэтому мы идем в их отдел, в торговый дом 5 звезд. На втором этаже, в 10 отделе и находится оптика, в которую мы идем. Солнцезащитные очки здесь не только красивые, но и качественные. Ну а насколько они защитят ваши глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, можно узнать. Для этого обратитесь к продавцу-консультанту. В средневековье рыжих и зеленоглазых считали ведьмами и сжигали на костре. Этого бы могла избежать каждая, если бы в то время был такой большой выбор цветных контактных линз, как в торговом доме 5 звезд на втором этаже в 10 отделе «Оптика». Со зрением шутки плохи. Ну а если проблемы уже есть и врач выписал рецепт на заказ очков, то приходите, выбирайте оправу, и уже на следующий день они будут готовы. Хочется перемен? Тогда скорее освобождаем свои дома и квартиры от всего старого и обновляем обстановку. Сейчас, 5 минут. Ты что делаешь у меня дома? Перейду. Сегодня мы с вами в мебельном магазине «Эртенелик». Он, конечно, небольшой, но выбор в нем вас точно порадует. Вся мебель отечественного производства. Начать я хочу со спальных гарнитуров, так как день наш начинается со спальни. Ей же он и заканчивается. Спальный гарнитур «Амели» от глазовской мебельной фабрики из модульной серии. То есть его комплектацию вы можете выбрать сами. Например, кровать и шкаф, кровать и тумба или комод с зеркалом. Кстати, о кровати. Она имеет ортопедическое основание и откидной верх. Внутри очень большие удобные ящики для хранения. В них даже можно положить палатку и несколько надувных лодок. Спальных гарнитуров здесь несколько видов, поэтому если вы ищете мягкую, уютную кроватку, то вам в «Эртенелик». А я хочу показать вам гостиные, так как гостей мы принимаем именно в ней, поэтому выглядеть она должна безупречно. Например, гостиная «Оливия». Гнутые фасады из стекла и дерева. Цвет основан на контрастах. Основная часть темная, со светлыми, правильно расставленными акцентами. Я побывала в Нарнии. Там такое. Ну и расскажу о том, без чего не обойдется ни одна хозяйка. Кухни. Фасады, конечно, у них светлые, но очень практичные. Мыть их легко. Материал натуральный, на основе древесного волокна. Если то, что вам нужно, вы не нашли в наличии, то полистайте каталог и закажите. Диванчик такой уютненький. Отдохнуть немножко. В мебельном магазине «Эртенелик» постоянно проходят акции и действуют скидки. В праздники и не только магазин дарит подарки. Любую покупку можно оформить и в кредит. Вам ее еще и бесплатно до подъезда доставят. Для любителей вкусно покушать есть отличная новость. Любишь мясо в большом количестве? Тогда большая мясная тарелка от Горыныча – это то, что тебе нужно. 4 вида мяса – сочная говядина, нежнейшая свинина, пикантная курица, вкуснейшая баранина, купаты собственного производства. Если любишь рыбку, то свежайшая фаршированная форель.
Для сладкоежек – домашние десерты и свежайший кофе. Комплексные обеды для организаций и голодных компаний от 3 человек. Все это ты можешь заказать в любой район города. Звони 8 923 385 30 49. Доставка от ресторана «Горыныч» начинает свою работу уже с 1 апреля. На этом все. Если у вас остались вопросы, звоните 233-23. Не забывайте о нашей странице ВКонтакте, потому что именно там вы можете увидеть «Скажем-покажем» первыми. Следите за страницей в Инстаграм, потому что именно сейчас там проходит конкурс. И уже в конце следующей недели я выберу счастливчика и подарю ему подарок от нашей программы. Каждый понедельник в 12.30 слушайте «Скажем-покажем» в радиоверсии на 102.5 FM. С вами была Ника Касина. До встречи!